Это 4-метровый водопад Мальелахти. Он должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен. Вокруг забор, колючая проволока и круглосуточная охрана. А напротив – беседка для единственного человека, который может украсть водопад. Для президента России. Kreml-kritiska Dosher Center har kommit över dokument och drönarbilder från Vladimir Putins hemliga lyxresort i Karelen i Ryssland, bara 3 mil från den finska gränsen. Platsen var en gång tillgänglig för allmänheten som en del av nationalparken vid Ladoga-sjön. Nu är ett inhägnat område endast tillgänglig för president Vladimir Putin och hans entourage. Presidenten har på sin tomt ett eget vattenfall, flera flådiga hus, 2 helikopterplattor, en brygga för jakter, men också ett badhus. Enligt Dosher Center ska det även finnas ett hemligt luftförsvarssystem på tomten för att skydda presidenten mot eventuella attacker. Дома огорожены, на заборах камеры видеонаблюдения и датчики движения. По прилегающему лесу пущена колючая проволока. И, возможно, это не все меры предосторожности. Позади амбара можно заметить насыпь правильной формы. Для чего именно нужна эта площадка, доподлинно неизвестно. Судя по спутниковым снимкам, она появилась в последние пару лет. И не исключено, что здесь выставляют комплекс ПВО, а отметки на земле – от опор военной техники, развернутой в боевое положение.